узнали машину. А теперь... Можно сказать, это пока что обед. Или завтрак, я не знаю. Неплохой городок, да? Обалденный вообще. Счет вот такой приносят. Просто на бумажке. 43. Сам догадывайся, чего. Дорогие друзья, всем привет. Сегодня мы продолжаем нашу поездку увлекательную по Кубе и отправляемся в Тринидад. Сейчас у нас остановка на завтрак, туалет, такая техническая остановка для нас. И дальше мы увидим одни из самых крутых мест. А экскурсию мы взяли, петух поет, экскурсию взяли в Кока-тур на Кубе, так что тоже обращайтесь, ссылка будет на них в описании. Погнали! Вообще поездка на целый день, забрали нас в 5 утра. И мы уже 2 часа едем, уже 7 утра, и у нас первая остановочка, ну такая техническая, на завтрак. Можно перекусить, взять кофе. Вместе. Да, местечко прикольное, посмотреть сами. Такое вот место, вон собака нас встречает, пойдемте. Пес, привет! Пойдемте посмотрим, что там есть. Можно кофеек или что-то выпить, наверное. Или пинаколаду. Вбиваем чашечку Русиана и отправляемся дальше. Я пока даже не знаю, сколько еще ехать, но пока что сидим. Долго. Дорога сегодня такая у нас достаточно длинная. Тяжелая? Но будет зато очень красиво и интересно. А передвигаемся мы на вот таких комфортабельных минивэнах. Вмещается там около 7 человек. У нас вот сегодня группа 7 человек. В принципе, всем комфортно, всем хорошо. Пока ехали, просто спали. В 8 утра, и мы приехали в город Сиенфуэгос. Yes. Город Сиенфуэгос. Мы сейчас находимся прям в самом центре, в том месте, где этот город основали. Ну, действительно, здесь старинные есть здания. Мне очень понравился, кстати, у меня театр, там такие фрески какие-то невероятные. Здесь памятники известным кубинцам есть. Ну, кроме одного, один испанец здесь. 8 утра, я еще вообще не проснулся. Поэтому перед такими экскурсиями, конечно, ложитесь заранее спать, чтобы, ну, хоть как-то выспаться. Потому что мы легли вчера в 12 и не успели восстановить силы, так сказать. Мне вот на Кубе просто нравится разглядывать даже не город, а людей. Ну да. Здесь люди все необычные. Все равно ты идешь как-то, тебе просто на улице могут сказать hello. И это на самом деле очень круто. Сейчас мы прогуливаемся по бульвару пешеходному. Он в одну сторону идет, потом в другую сторону. В общем, есть места, где погулять, пойдем. Смотрели предыдущие выпуски, мы осенью гуляли по Питеру. Я говорил то, что в Питере интересно... Че Гевара? Круто. Ченч говорит, не знаю. О, старые тачки наконец-то, а то тут в основном Жигули. Смотри, тут были трамваи раньше. Ну, широкая такая колея, ну, обалдеть. Oye, siempre ha sido el gran amor, cha-cha. Вы знаете, тут даже, мне кажется, можно просто включить камеру, особо комментировать ничего не надо, все само происходит. Давай, проезжай! Узнали машину? А теперь... Да, русского автопрома здесь тоже очень много осталось. Ну, в разном состоянии. Вот москвич, в принципе, в нормальном состоянии ездит машинка. Мы, ну, вот в пару магазинов заходили, а там как бы ассортимент-то не богатый, я вам скажу. Ну вот, ну тут видишь тоже, вот закрыт магазин. По сути, там ничего особого не продается. Вот вход в отель, вот ресепшн, мраморная лестница, картина, выглядит здорово. Вроде бы ничего необычного, просто переходим дорогу. Просто смотришь налево, там вот такие вот тачки стоят. За это я и люблю Кубу. Или только полюбил Кубу, даже не знаю. Это Че Гевара. Ну, так я и говорю, да, ты вроде просто прямо идешь по улочке, по дороге, а с
столько всего, оказывается, вывески старые здесь, очень-очень старинные вывески, мне они тоже нравятся. Текстура же, да, еще какая-то сохранилась, и вот все как-то, я не знаю, это опять же, это здесь, в этом снизу, тоже как будто декорация, тоже как будто фильм снимать, какие-то старые времена. Кстати, стоит понимать, что сейчас на Кубе кризис, то есть вообще он всегда был, но сейчас он еще больше. И многие местные жалуются, что жить стало еще сложнее. Но в туристическом плане здесь проблем нет, для туристов здесь все. Строятся новые отели, гостиницы и разные развлечения, а вот местным, конечно, приходится не сладко. Туризм все не вывозит. Очень много мопедулек здесь, отечественных и старых автомобилей. Это, конечно, все круто и добавляет колорит, но на самом деле дышать практически нечем. Единственное, вот даже повозки есть, представляете? А вот эти старые наши мотоциклы, ну вы знаете, какой запах от них. Я думаю, все помнят этот запах. И здесь он стоит прям на весь город. То есть дышать, я могу сказать, просто практически нечем. А женщины в своем большинстве здесь с выдающимися формами. Причем женщины абсолютно разные, и светлые, и темные кожи, они все такие объемные. Сейчас мы приехали еще на одно местечко, здесь нереальной красоты замок или дворец даже. Ну да, дворец, но сейчас это отель, ресторан, здание старое, его отреставрировали по указу, кстати, Фиделя Кастро. А сейчас вот он радует нас, посмотри, какой он офигенный просто, насколько тут много деталей каких-то, да, какая проработка, прям вот идеальное здание. Мы приехали в деревню, которая находится рядом с Тринидадом. Сейчас идем смотреть достопримечательности. Здесь за нами увязались. Продают сувениры, кто-то продает сувениры, а кто-то просто, да, ходит с туристами и там типа. Но они просто в опасной близости так ходят. Это ощущение, что может просто тиснуть, да, вот прям. Да, да. Так что смотрите аккуратно здесь, да, их много, они прям вас сопровождают, вплотную к вам идут. Прибалтывают, так что могут что-нибудь стащить с карманов. Вот так, наверное, будут лучше виды такие. Тут башенка. О, там даже можно, это смотровая башня. Слушайте, реально ощущение, что в деревне находимся, прикольно. Так, даже удивительно, что сувениры есть. Ну да, сувениры есть, но мы их на обратном пути посмотрим, а сейчас пока что просто гуляем. Вообще дорога, не то чтобы сложная, она постоянно дальняя, поэтому я в таком немного полукоматозном состоянии. Я просто сплю всегда. Ну, пытаюсь еще поспать там. Нам тут нужно посетить две точки. Это смотровая башня, на которую можно наверх сам и забраться. Но сначала надо зайти в кафешку с туалетом, да? Мне кажется, очень актуально на данный момент. После входа сразу же есть колокол. Это тот колокол, который давал отмашку рабам. В 6 утра он звонил, что пора на работу. А в 6 вечера, что работа закончилась. Здесь есть Боревич. Взяли бы коктейльчиком какого-то тропического специального коктейля, стоит 350 песо, позади булочка. Можно сказать, это пока что обед или завтрак, я не знаю, наверное, все-таки завтрак. Сейчас позавтракаем, пойдем дальше. Атмосфера располагает. Птичка тут сидит, не улетает, главное, чтобы камеру не клюнула, а то вы... Пипец. Такой какой-то маленький, без стрелков какой-то. Ну да, он не боится, не улетает. Да. Забавный такой. Забрались наверх. Здесь видно, в принципе, всю деревню. Да? Да, все мне домики, все. Понравилось вот это дерево просто. Да, вот это интересное кашовые. Дерево. Они просто вот обычное дерево, без листвы, но там вот потрясающе красивые цветы. Есть такие вот розовые, есть оранжевые, белые, очень красиво. А здесь можно как раз-таки наблюдать эту виллу. Ощущение, что в Италии где-то, да? Итальянский такие стиль, итальянские мотивы. Там лошади, вон, смотрю, пасутся. Забрались на смотровую башню, там очень крутой спуск и подъем. Спустились обратно. Ноги болят.
Как будто я километров 10 пробежал, не могу идти. У тебя такая же тема? Да, очень странное ощущение, да. Как бы, хотя по лестнице мы регулярно вообще ходим там и дома. Я теперь как инвалид, думаю. Очень... Давайте покажу вам всякие сувениры. Здесь есть магнитики, здесь вот такие тетеньки, статуэтки, черепа. А, это просто череп. Бывает череп, там подставка под алкоголь. А, вот эти подставочки, да. Показывал Андрей. Угу. Вон, например, как в действии можно вот так. Бутылочка стоит, она наполнена, когда тоже Интересная стоит. Интересная штука, ну, и тут разная. Такая большая сувенирка, можно что-то выбрать здесь. Мужички вот всякие такие есть, кубинские. Дальше идем, что у нас еще? Это... Карандаши, какие-то повязки. Ну, что-то на руку, да, непонятно что. Ручки, опять же, браслетики, да. Картины классные, ох, вообще шикарная картина. Но я не знаю, я бы с удовольствием купил, просто нам некуда ее приспособить, да. Здесь много разных картин, но, к сожалению, некуда их забубенить. Ну, корабликов у меня уже достаточно. Угу. Так, также картины, очень много картин разных. И черепа. Что за черепа? Я не знаю. По 7-8 долларов, как я понимаю. Статуэтки. Тачки ретро. На выбор. Вот это из двух картин. Вообще тоже крутая. Эх, некуда. Номерные знаки. И, в принципе-то, и все, наверное. Или я что-то пропустил. Ну, вот тоже всякие тетеньки разные. Вот. Тетенек можно всяких кубинских себе взять. Из кожи сделаны лица. Вон даже. А, я думал сначала, это Че Гевара. Вот это прикольно, да? Кожаные лица. О, Джек Воробей. И вот Джек Воробей. Тоже. Джек Воробей. Ну да, из кожи. Ну как? А, я ковбой Хаггис. Нормально? Тебе вообще нормально. Шляпа, да? Ну да. Ну. Ты же не будешь в ней ходить. Ну да. Следующее местечко, обзорная площадка. Сейчас будет вид на долину и вид на Карибское море. Но сначала надо на нее подняться еще. Но после предыдущей обзорной площадки ноги уже немного попалют. Калибри только что видели здесь, вот, летают. Итак, здесь есть бар. Можно что-нибудь прикупить, какие-то коктейльчики. Посидеть, отдохнуть и посмотреть на прекрасные виды. Это Лозаннская долина. Похоже, да? Ну, еще как похоже. Смотрите, какие виды шикарные. Класс. Как ты уже проголодалась-то? Нет, если честно. Нет? Мне что-то вообще не хочется сегодня, да? Ни есть, ни пить. Вообще, если честно, ничего. А мы приехали в исторический город Тринидад. Здесь Каменка. Городу уже 500 лет. Основан испанцами. Выглядит очень интересно. Есть кафешки, ресторанчики. Я вот посмотрел в одном из ресторанов цены. Лобстер на гриле 8 долларов. В среднем блюдо около 5 долларов. Мы тут жалуемся про нашу брусчатку в Калининградской области, в Калининграде. А здесь прям Каменка, конкретные камни, такие прям неотесанные, просто валяются камни. Вот по ним действительно сложно уже идти. Повсюду сувенирные лавочки, магазинчики, одежда. По сути, во всех сувенирных лавках продают все одно и то же. Сейчас мы находимся в самом центре, правильно? Да, это главная площадь. Вот раньше была это главная площадь Тринидада. А вообще, кстати, вы знали, что они вот все параллельные, перпендикулярные, и в них можно заблудиться. Но это было сделано неспроста. Неспроста такой архитектурный план был. Потому что раньше пираты нападали, и вот чтобы пираты заблудились в улицах, специально здесь их так строили. А еще я узнала то, что Тринидад — это Троица, ну как Святая Троица, Отец, Сын, Святой Дух.
Потому что испанцы же, они католики, такие были очень набожные, и вот назвали в честь Святой Троицы город Тринидад. Неплохой городок, да? Обалденный вообще Тринидад. Я совсем не пожалела то, что мы сюда поехали. А, кстати, сюда есть поездки на 2 дня. И если у вас есть время, вот я бы, наверное, порекомендовала на 2 дня сюда прям с ночевкой приехать. Здесь много где можно погулять и что посмотреть. Вообще очень классно. Такой прям колорит. Ладно, пойдем дальше. Пойдем. Смотрите, нашли какой-то крутой ресторанчик. Прям в самом центре города. Выглядит очень-очень круто. Можно даже меню глянуть. Пойду меню посмотрю. Интересно, сколько счет стоит. Давайте глянем меню вместе. Покажу вам самый центр города, Тринидад. И здесь это бар, а нам надо фуд. Это бар. А, вот, паста, салаты. Вот, доллар? Yes? Евро. А, евро? Окей. Так, давайте смотреть, это, по-моему, коктейли. Закуски. А вот супчики, нет, например. Это ну, супчики, вот, 6-5 евро, 5 евро в среднем. Пасты, например, 10-12 евро. А тут у нас деликатесы разные, примерно по 15 евро. Ну и, собственно, десерты по 4-5 евро. Угу. Ну, я это скажу, нормальные цены, да, для центра города. Туристическое вообще место, самый центр, как будто вообще вполне в порядке себя. Бак из Гаваны, представляете? Привет! Ай-яй-яй. Ты с нами с Гаваны приехала? Гаванская собака. Веселая. Побежала дальше. В Кубе есть не только шикарные пляжи Варадеро, но и также исторические города, которые, я думаю, все-таки тоже стоит посетить. Особенно если вы приезжаете, ну, там, на 10 и больше дней, вы можете несколько дней пожариться на солнышке, а дальше поехать на вот такие вот классные экскурсии. И вообще, наверное, лучше на несколько дней сюда приезжать, чтобы и вечером погулять, и днем погулять. Ну, и посидеть во всяких ресторанчиках. Так, ну, мы зашли в сувенирный уголок, или сувенирная улочка. Ну, ничего нового, по сути, я не вижу. Все то же самое. Магнитики для сигар, подставки всякие. Ну, и мужички. И здесь все то же самое. И везде, я так понимаю, тоже все то же самое. Магнитики всякие вот забавные есть. Такие яркие. Интересно, сколько время? Мне кажется, самое время для обеда уже, как думаешь, да? Да, блин, уже все, у меня аж живот прилип к спине. Мы приехали на берег Карибского моря. Да, ребята, мы с Атлантики перебрались к Карибскому морю. Вот оно. Сейчас перед нами. Наконец-то мы будем есть. Нам пообещали самых вкусных и свежих ламбрусков. Цвет водички здесь отличный. Море должно быть теплее. Сейчас проверим. Но сначала обед. Такие вот места красивые. Если что, еда не входит в стоимость экскурсии, то есть вы сами выбираете для себя то, что хотите, сами платите. Ну, в среднем, я так понимаю, поесть $50 опять будет стоить. Ну, на двоих где-то да. Я да. Просто надеюсь, что здесь хоть ну, нормально готовят, потому что вот когда мы были в Гаване, там еда была ну ужасная, я могу сказать так. И те же $50 походило. Надеюсь, что здесь будет вкусно. Сейчас посмотрим. Мы взяли вот 2 блюда. Я не помню, как я сейчас покажу, как принесут. Там сзади мужчина курит сигару. Не хочешь? Слушай, я не хочу. Я вчера... Я вспомнила просто то, что у нас есть сигары. Я перекурил вчера, у меня до сих пор привкус... Да? Причем привкус не сигара, а именно, знаешь, привкус пепельницы во рту у меня до сих пор с вчерашнего дня. Я вчера 2 целых сигары выпила. За вечер. До ужина и после ужина. Я не понимаю, как это вообще произошло. Причем последняя сигара очень длинная была, долгая. Я уже думаю, когда ты ее выкуришь? Где этот аромат? Уже там был не аромат, а реально запах. Блюдо у нас также сначала суп включен, а потом уже основной рис приносят. Мы изначально заказали, например, мы взяли стейк рыбы. Не знаю, что там за рыба, просто стейк рыбы. И половину лобстера и креветки на гриле. Вот. Но к этому ко всему приносится гарнир. Это и салат вроде бы, и рис, как я вот вижу, как их здесь. А также суп изначально. Вижу какой-то грибочек здесь.
Пробуем. Пробуй. Я просто уже попробовал. Ну как? Ну такой необычный супчик, но в целом нормальный. Почему ты так смеешься? Ну не знаю, мне что-то не особо понравился просто. Ну, щи какие-то непонятные с морепродуктами или с грибами. Очень странный суп. А, вид, конечно, позади потрясающий, на Карибское море, но если выбирать между красивым видом и вкусной едой, я бы выбрал вкусную еду. А мне принесли мое блюдо, вот тут рыбка, немного овощей, и вот это я не знаю, что за овощ, это все подается с рисом, у Юли все то же самое, только намного круче, у нее лобстер, еще и кальмары есть. Такие кальмары, или рыба, креветки. А, креветки. Я тебе Короче, у меня три куска, а у тебя получается один кусок. Нам принесли соус, это вот лайм, сок лайма, чтобы мы сами не выжимали, не мучились, так полил. Сок лайма, то есть все-таки здесь есть лайм, но Куба Либра делают без лайма. Вопросы. Да. Какой мясной, какой офигенский, смотрите. Смотрите, какой удобно огромный. Чистится, да? Лобстер? Хорош. Только что-то... Ну-ка. Нормально? На леща копченого похож. Я удивлен, но рыба действительно вкусная, представляете? Ну, они называют это стейк из рыбы. Но, он, знаете, что напоминает? Как будто уха сварилась, и там в ухе рыба. Вот. Не, рыба нормальная, нормальная. Счет вот такой приносят. Просто на бумажке. 43, сам догадывайся чего. Наверное, доллара. Вообще ретро-тачки я не особо люблю, но американские тачки 50-х вызывают у меня все-таки восторг. Я просто могу целый день их разглядывать. Они еще покрашены очень круто и получается такие насыщенные краски подбирают. Ну посмотрите сами. Красный с белым, идеальное сочетание. Плюс она просто вылизана, они каждый день их намывают и стоит, просто радует глаз. Наконец мы приехали на пляж, тут есть где-то 30, 40, 50 минут, смотря. Или наши пляжи Парадера. Гораздо лучше, прям в разы лучше. Да, здесь Карибское море. Здесь даже вода, наверное, потеплее все-таки, чем у нас. Но посмотрите, водоросли, желтый песок. Ну, не такой белый, как у нас. В общем, пляжи Варадера, конечно, выигрывают однозначно. Не, ну так смотришь, неплохо, но реально у нас, да, у нас 100% круче. Во-первых, у нас большая пляжная береговая линия. Нет, широкая, нет тины или что это, водоросли? Водоросли, да. Нет никаких водорослей. Вода чище, то есть в воде тоже водоросли здесь присутствуют. Да. За счет чего она мутноватая кажется такая. Ну да, да. Ну и солнце уже не так падает, как а бы хотелось. Водичка не горит. Да. Войду, а я воду, войду, а я воду, войду, ду-ду. Ду-ду-ду, давай. Такая же, как у нас, да? Такая же? Как будто потеплее, чем у нас, но она действительно какая-то мутная. И ты знаешь, вход туда, там на входе не такой песочек, как ты здесь видишь, а грубоватый, почти на пляже Клеопатра. Что ж, и на этой немного разочаровательной ноте экскурсия наша подходит к концу. Мы отправляемся в сторону отеля, ехать Парадера. Несколько часов. Да. Где-то 3 часа нам примерно. Да, поэтому всем покедово, ставьте лайки, не забывайте про нас. Пока-пока. Пока.